Предваряя праздничный концерт, глава администрации Щербинки Александр Кононов вручил подарки победителям конкурса детского художественного творчества, после чего обратился к ветеранам с приветственным словом. Когда я встречаю сейчас ветеранов, я понимаю, что это те деды, которые дали своим внукам, отцы, матери, которые дали своим детям все то, что сейчас помогает нам с вами жить. Поэтому вот этот маленький концерт, это как раз-таки тот концерт, который готовили вы, уважаемые ветераны, своим многократным трудом долгие-долгие-долгие годы. Концерт детского ансамбля «До ми соль» прозвучал свежо и оригинально. Во многом благодаря постановке поэта и композитора Владимира Куксина «Будем как прежде вместе». Любовь Егорова и Нино Кантария – правнучки тех, кто в мае 45-го водрузил над Рейхстагом Знамя Победы. Вместе со своими товарищами, юными представителями народов бывшего Советского Союза, они живут в мирное время и мечтают о мире на всей земле. Поют одни и те же песни и помнят об общем подвиге своих прадедов. И одинаково острого переживают отдаление народов. Народов, которые в далекие 40-е вместе отстаивали свою страну. Тогда еще общую. Я Любовь Егорова. Я Нино Кантария, взвили наши прадеды знамя над Рейхстагом, но сегодня будто мы в разных полушариях, и границы между нами дальше с каждым шагом. Их обращение к зрителю прозвучало ярко, остро и как никогда актуально. Потомкам великих героев есть что сказать своим дедам. Юных домисолик на сцене сменил ансамбль «Антураж». В исполнении любимого коллектива прозвучали песни военных лет. О боях, пожарищах, о друзьях, товарищах, где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить.